говорить в пустоту всегда тяжело. Меня зовут Дмитрий Маковецкий, я вокалист группы Voltum, Череповецкой группы Voltum. Стас сказал, что может что-нибудь сыграть, но раз что-нибудь, тогда я буду играть то, что на данный момент хочется играть. Не все свое может быть. Ничего страшного. Живем на вокзале, кто
VIP-зале, а кто под скамейкой из стали? Дети дорожные были, с гордостью пишем, мы здесь были. День прошел без происшествия, скучно, хочется в путешествие. И я спешу туда, откуда отправляются поезда. Главное найти свой, и слава небесам. Ехать навстречу будущим чудесам. Ехать навстречу будущим чудесам. Если далека и трудна дорога, остановись, отдохни немного. А там Бог даст, отправляйся вперед. Артист должен всегда в форме. Никаких. Спасибо вам большое.